Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Новое задание. Так, проедь 1700 на мотокроссе, получи 250 времени в воздухе, зима приключений. Короче, понятно с этим заданием, и все. Как ты понимаешь, кубки мы с тобой получили, 50 тысяч. Я вот хочу, ребят, сегодня, не знаю, просто покататься, поездить. Как говорится, в свое удовольствие. Так, магнит, колесный ускоритель. Ну что, поехали, наверное, вот застава, небесная скала на танке. Танк это, конечно, все хорошо, ребят, но он у меня не прокачанный. Вот в чем дело-то. Кого бы взять нам? Давай рандом. Шахтер это не пойдет. Давай вот эту вот девчулю мы возьмем. На танке, ты представляешь? Проехать как можно что дольше. Не знаю, как можно дольше. Что мы вообще на этом танке сможем сделать. Да, он тяжелый, ребят. Он все давит под своими гусеницами. Такая будет лайтовая серия, ребят. Сегодня ничего нам не надо. Никуда гнать не нужно. Ого, а что он так пружинит-то? Как будто мячик. Ух, ё-моё. Вот здесь я смогу заехать-то? Вот, вот она проблемка-то, друзья. Вот она где проблема. Я бы сказал, вот где собака зарыта, да? Да что с тобой не так-то, девчуля? Так, ребят, ну, походу, дело доигрался, да? Сейчас время. Какой он попрыгучий, а? Ну, ты еще не забывай, что у меня здесь не стоит никаких прибамбасов на этом танке. То есть, ни ускорения, ничего. Короче, ну... Да заедь ты, господи, там чуть-чуть и... Нет, это невозможно, ребят. Это просто невозможно. Как вообще на этом танке еще люди ездят, а? Скажи, на, заехала. Когда топливо кончилось, она заехала. Молодец. Блин, мне тут совсем чуть-чуть не хватает. Гонка. Ну, давай. Это будет сейчас у нас обычная, ребята, гонка. Без каких-либо, я так понимаю, статусов и тому подобное. Фига тут баги втопило сразу же. Но все равно, ребята, мотоцикл, как я смотрю, будет скоростнее. Но, правда, он тут недолго повеселится. Он где-то тут у нас должен... Вон он уже лежит, красавчик. Свиное рыло лежит. Так, ну что, посмотрим, насколько баги мое будет лучше. Если оно будет вообще лучше здесь. Не, ну по идее оно будет круче вертушки. Я, правда, не помню, на чем вертушка у нас спеклась. Есть предположение, что закончилось горючее. Слушай, она так лихо заехала сейчас в горку, вот в эту. Мне понравилось. Но баги все равно, ребят, пошустрее. Вот если посмотреть. Наверное, благодаря тому, что у нее магнит и все тому подобное. И ускоритель вот этот колесный, не колесный, а... монетный. Наверное, вот ради... из-за этого только мы с тобой вот так вот нормально идем. У баги, конечно, там... Точнее, у вертушки этого всего не стоит. Ну что такое-то? Крокодилово отродье. В болоте у нас там прячется. Так, ну что, второй сундук получили мы. Мы получили второй сундук. Проехали мы с тобой километр. Не могу сказать, что это очень-очень много. А рекорд вообще какой у нас? Рекорда нету? Нет, не пишется нигде. Жаль. Жаль, что не пишется. Ну, давай, 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 давай. Потихонечку, полигонечку. Вот так. Я вот не знаю, друзья мои, у меня есть такое ощущение, что ХКР-ку 2 мне надо переносить на... Ух, на мой второй канал. Вместе, кстати, с... Этот, как он называется-то? Про танчики-то, как, блин, она? Hills of Steel, точно. Вот, вот эти вот две игры, мне кажется, надо будет переносить на второй канал. Потому что это у нас как бы гонки, да?
Не вторую, точнее, а третью. А третий канал у нас именно посвящен чему? Конечно же, гонкам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, что ты посмотри. Просто полюбуйся по каждому крокодилу. Индивидуально пропрыгал. Ну, мне кажется, я вертушку уже, ребят, все. Я уже ее не увижу. Что-то такое впечатление складывается. Не очень-то, честно говоря, и хотелось мне ее видеть. Я вижу, что мы с тобой почти 2 километра уже прокатились. Получаем третий сундук. Мы в основном проигрываем по какой, ребят, причине? По причине того, что у нас заканчивается горючее. Не потому, что мы там разбиваемся, а именно по горючему. Кстати, это сейчас показали, багги была разбита, здесь лежала. Мне показалось. Так, смотри-ка, раллийное авто было только что. И вот благодаря тому, что багги, оно сам... Ауч, ауч. Да уйди ты. Ну что там? Сейчас ведь сломает крышу мне. Все, друзья. Первый раз вижу такую нелепую смерть. Я серьезно говорю, это просто наинелепшее. Оу. Друзья, нам чуть-чуть осталось. Поехали. Нам чуть-чуть осталось, чтобы получить 100 тысяч. Офигеть. Погибнуть от трейлера, который на тебя упал. По-моему, такое только со мной, ребят, может произойти. Это какая-то, я не знаю, западляночка. По-другому и не назовешь. Так, сегодня, наверное, будет, ребят, черепашки-ниндзя. Мы обязательно попробуем сегодня пофармить, опять же, Рокстеди и Девопчика, наших дорогих персонажей. И, скорее всего, сегодня еще будет, ребята, игруха «Драконы-всадники Волка». И, кстати, на втором канале будет «Драконы-всадники...» Ну, она называется не «Всадники Олуха». Ну, короче, ты понял. По «Драконам-всадникам Олухов» будет игра на втором, ребят, канале, да? Канал, посвященный компьютерным играм. И единственный, ребята, недостаток, но он, правда, очень большой. Игра не на русском языке. К сожалению, нет у него русской локализации. Но я тебе скажу, что ничего там сложного нет. Там все и так понятно. Там она идет больше как платформер с элементами, ну, боев, да. Я должен на каждой локации побеждать определенных драконов. В общем, потом все сами увидите. Увидите и скажете, будем ли мы ее дальше снимать или нет. Или так, на одну заходочку. Потому что я для себя сегодня еще 2 игрушечки, ребят, скачал со Стима. Новиночки, так скажем. Но, опять же, когда до них очередь дойдет, потому что Axiom Verge 2, ну, вторую часть, прошел буквально сегодня. Буду выпускать не сразу все серии. Сегодня вот одну выпустил, например, завтра 2. Ну и финалочку уже потом, там посмотрим. И надо это, «Никто не спасет мир», браться за нее, потому что я вам обещал, как только какую-то игру мы проходим, сразу же я переключаюсь на нее. Так, окей, здесь нормуль. Давай далее. Ух, смачно. Блин, вот я вот не помню, ребята, какое приложение... Ох, нет, встань на колесики опять. Есть. Какое приложение у нас переводит английский, так скажем... Вот, например, я подношу к монитору, да, телефон. И там, например, что-то написано по-английски. И он переводит его через камеру. Кто-нибудь помнит, как это приложуха называется? А то она мне очень нужна. Сейчас, видишь, много игр без русской локализации и... Черт пойми, что там написано. Английский мне всегда было влом учить. Слушай, ну мы уже с тобой хорошо так проехали, да? Смотри, на 3 километра. Даем уже.
как говорится, рекордик. Это меня радует. Я же говорил, будет такая сегодня лайтовая серия. Без кубков, без всего. Так, катаемся в свое удовольствие. Зарабатываем наши копейки. Так, подожди, вот этот горючий надо подобрать. Эть, уже поздно. Хотел вернуться, а уже поздно, ребята. А следующее горючее я фиг знает, когда будет. Вот в чем проблема-то. Она не ума... Вот, через 50 метров. Я слышу. Не надо мне тут пугать. У меня все еще окей. Я еще порох, как говорится, в пороховницах, да? Заказал сегодня, ребята, на Валберсе и на Озоне два жестких диска. По 2 терабайта. То есть будем компенсировать наши сгоревшие жесткие диски. Так, ну и половина, наверное, ресурсов будем распределять. У меня вообще в общей сложности, друзья мои, где-то около... Сколько примерно? Где-то, наверное, около 17-20 терабайт. Ну, я имею в виду у жестких дисков. В общей сложности, да? Общей, как говорится, накопительного места. Все равно этого маловато, поверь мне. У меня очень много сериалов. Я скачиваю, потом смотрю. Анимешечки, ну и так далее. Игры, конечно же. Одни бэкапы на эмуляторе, знаешь, сколько весят? По 20 гигов, ребят. Ой, по 20, по 100 гигов. Вот так вот. Ну давай. Слушай, а у нас 9 сундуков, ребята, уже 9. Это, по-моему, абсолютный рекорд. Я больше 9 что-то вот не помню, чтобы я набивал. Такого, наверное, и не было. А где 10-й-то? А, вон, через 200 метров, ребят. Через... 100 метров. Прикинь, я уже 5 километров, ребят, наяриваю. 10-й сундук. Вот это да. Вот это Уэлсон. Горючее через 50 метров. Главное его, ребят, не пропустить. Отлично. Вот тут не врезаться, главное. Потому что мы можем, ёк-макарёк, врезаться. И у нас уже, скорее всего, защита потрёпанная. И она просто не выдержит, она сломается. Понял, как я прям на горючее, ребята, приземлился? Отлично. Как же баги божественно, ребята, летает в эти горки. Наверное, самая лучшая машина именно по заезду вот в такие горочки. Нет. Фу. Давай. Оу, черт тебя подери. Я думал, оттолкнем, ребята. Ну вот, надо же было так не... Опа, хипстер, прикинь. Че получили? Новую мордочку. Давай. Есть, друзья мои. Новое звание. Первопроходец, второй класс. Новые приключения шахты мне доступны. О, новый костюм водителя, шапка такая. Слушай, ну прикольно. Смотри, сколько я нарубил здесь. Достижение чего там? А, ряд вагонетки. О как. А вот как раз, ребята, из шахты. Ну что, давай попробуем. Ну, что это ты рейчик взял? Ну, вообще-то это не я взял, это мне выдали такую тачанку. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Далеко, конечно же, не уехали. Ну, давай самоцветы там, что ты жмешься? Так, тут нам надо на тягаче. А тягач-то не прокачанный, ребят. Так, формулу обогнали.
Ну, что формула не прокачана, что тягач, ребят, не прокачан у меня. Но формула все-таки вырвалась вперед. А на тягаче у меня, ребят, ни прокачки, ничего нету. По-моему, даже эти не стоят. Этот хоть, видишь, там с ускорителем с этим. А вот тут-то ему слабо было заехать. А тягач справился. Тягач справился. Не скажу, что это было легко, но он, ребят, подтянул все это дело. Не знаю, как он будет ездить по особо крутым подъемам. Но пока справляется. Для того, что он не прокачанный, я считаю, что это норм. Окей. Слишком много этих мостов подвесных. Потянул, смотри-ка. Подъемчик вот этот вот. А вот этот тоже вытянул. Красавчик. Хотя, казалось бы, да, тягач, такая огромная машина. А в горке заезжает. Ну, не в пример танку. Это я тебе точно говорю. Не в пример, ребята, тому танку. У меня еще, видишь, на тягаче, походу, ничего не стоит, поэтому. О, заедет. Заехал. А вот тут. Смотри-ка, заехал. А я уже думал, что все. Хотел на нем крест ставить. Нет, ребят, заехал, все нормально. Мегабосс. А вот тут, а вот тут. Да, ребята, тут, видимо, нужно признать, что не подтянет мой тягач. Не хватает ему. Не хватает ему разгона. Он теряет, теряет очень быстро скорость. Так что мы погибнем там же, где погиб и мегабосс. Давай переворачиваться тогда, что ли. Рэй, ты, как говорится, и хочешь своего персонажа шваркнуть, да не получается. А когда не хочешь, он всегда погибает. Так, дают теперь нам на лихаче, ребят, погонять. Так. Погонять на лихаче. Вот это уберем, а вот это вот возьмем. Еще и прокачаем этот магнит. Лучше не магнит, конечно же, лучше вот что. Да? Поехали? Да, я готов. Погнали. Да что ты? Фига, это как так? Это как так получилось, друзья мои? Мы встали. Моя машинка бедная. Уже вся там наладом. Посмотри на нее. Ох, вертушка там наяривает, а? Навернули. Оп. На задницу присела и едет. Ага, мотоцикл, зима. Не было, как говорится, печали, да? На байке мы еще тут не гоняли. Какой же он неуравновешенный, а? Если бы только, ребят, знали. О! Хилл Климп навернулся. О, это, кстати, трасса мне напоминает. Не трасса, точнее, эти олени мне напоминают, ребята, из первой части. Помните зиму? Точно-точно, у нас даже упряжка там оленя есть. С морковкой едем. А мы, наверное, эту морковку несем к этому, да? К снеговику. Чтобы воткнуть ему вместо носа. Да-да, точно такие же олени прям были у нас в первой части. Почему были? Они и есть там. Только в... О! Я удивлен. Я, ребята, удивлен, что байк у меня. А я недалеко уехал. Ай-яй-яй-яй-яй.
Не очень-то, конечно, далеко мы газанули. Нам дают формулу. Да. Все, тот недалеко уехал, да? Перевернулся там. Тихо. Да, я забыл совсем, что крыши-то у нас нету. Нам любое касание, а потолок и все ей. Финита ля комедия. О, нам дают скутерок. Вот как вот, я видел, ребята, как вот на этом скутере люди гоняют там бешено. Я не знаю, за счет чего. Но мотороллер такой неплохой. Ну ты сам понимаешь, крыши нету сейчас. Любое там падение или еще что-нибудь. Она уже практически бежит за этим мотороллером. А не едет на нем. На коленках там что-то. Ой, а вот здесь ты сможешь? Так, стоп. Ой, да. Жестокая была смертушка сейчас. Дают нам вертушку. Нам дают погонять на вертушке. Ну, поехали. Ох, ничего себе, ох. Прям на дыбы встает. Вилл едет колесами. Жик. Подстраивается, так скажем. Поехали тогда уж так, что делать. Сейчас денежек тут пособираем чуть-чуть. Слушай, ну тем не менее крыша, ребята. Давай так перевернемся. Крыша разваливается. Жик-жик, разбирается. Прикольно. Подожди, а чё это сейчас был такой? Я не помню, меня взяли от потолка, что-то так откинуло. Вообще, ребята, не понял даже почему. Чё там у нас за... Что за событие? Ага. Что-то такое знакомое событие какое-то. Давай, едем. Ага. Новый рекорд. Я сейчас не удивлюсь, если, ребята, будет автобус, который... Ну ты понял, да? Какого лешего здесь этот-то делает? Объясни мне. Я что, самый последний, что ли, еду, я так понимаю, да? Угу. Ну, лихачи, конечно, что-то тут вообще, ребят. Лихо, так скажем, едут. Блин, все равно. Даже результат хуже стал. Да как он, гад, меня перепрыгивает, я не могу понять. А знаешь, что у меня здесь лишнее? Мне здесь... Хотя я бы не сказал, что это лишнее. А, у него тоже нитро стоит. Еще хуже результат. Да что ты будешь делать? Так, 33 секунды. Но это буквально на одну гонку нам должно хватить.
Да? Ну, проверим. Не пойму. Так, 3 секунды. Ну, тут понятно сейчас, ребят. Сфейлюсь. Не финишировал, понятно. Ну и что тут у нас получается? Какое я там место занял? 42-е. Не могу сказать, ребят, что самое худшее. Видишь, сразу 6. Дай мне мою 1000. Так, ну что, друзья мои, на этой ноте, пожалуй, я буду сегодня закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.